Здравствуйте. Как ваше настроение? Нормально. Чувствуете себя именинницей? Спасибо, хорошо все. Так, это вам для настроения. Держите. Спасибо. День рождения обязательно нужно дарить цветы. Это обязательно. Спасибо. Приятные подарки от главы округа и губернатора Подмосковья получила добрым утром понедельника труженица тыла Татьяна Андреевна Тырина, которой 9 сентября исполнилось 100 лет. 19 июня 1941 года юная Татьяна получила школьный аттестат в московской школе номер 462, а через пару дней началась Великая Отечественная война и путь тяжелейших личных испытаний, когда, несмотря на холод и голод, не покладая рук, Татьяна Андреевна копала окопы и траншеи для оборонительных сооружений, а затем в Рязанской области выращивала урожай для отправки на фронт бойцам. Бился с врагом и ее сосед – Павел Иванович, ставший после победы верным спутником жизни. И муж был, он тоже инвалид войны, он очень много воевал с первого года и до последнего ушел-то мальчишка. Вернулся, он был уже капитаном. Но все как-то было, все как у всех. И болячки, и болезни, и невзгоды. Все было. Но все трудности военных и послевоенных лет она преодолела, сохранив удивительно светлый взгляд на мир. А он, как известно, является лишь отражением нас самих. Как-то в жизни у меня вот не было таких людей, которые бы мне что-то вот такое плохо не сделали. Все какие-то попадались мне всегда добрые. Добрые, не знаю. Как-то мне в жизни в этом помогло. Мне все говорят... Потому что ты очень добрый сама. Я не считаю себя добрым, как обыкновенный человек. Свой праздник Татьяна Андреевна проведет в кругу большой семьи. Оба сына рядом. К вечеру в гости из Рязани приедет младший брат. И соберутся все 5 внуков и 3 правнуков, о которых именинница рассказывает с гордостью и любовью, и чьей заботой и вниманием очень дорожит. Ну а Красногорск гордится такими жителями, как Татьяна Андреевна, проживающая в нашем округе с 1956 года. Я лично воспринимаю каждое такое событие как праздник общегородского формата, потому что таких людей, конечно, и, к сожалению, не так много, но на их примеры нужно равняться, их стойкости, выдержке и, самое главное, желанию жить. От всей души хотим еще раз ее поздравить с днем рождения, всех благ, крепкого здоровья и, конечно же, чтобы семья и родные были рядом и поддерживали.